Помните, как вы решили завести щеночка? Как вы представляли взаимодействие с ним? Если вы уже счастливый обладатель собаки, то наверняка знаете, насколько ожидания не совпадают с реальностью, и внутри каждого пушистого пирожочка сидит кровожадный гремлин. Сегодня обсуждаем, как выжить и безопасить себя от щенячьих укусов, научить маленького монстра держать себя в лапах и не испортить с ним отношения. А прежде, с вас лайк и подписка. Вообще нет точного ответа, по какой именно причине щенок прикусывает нас за руки или ноги. Поэтому давайте перечислим все. Первое. Кусание с целью исследования. У щенков нет пальцев, с помощью которых мы, люди, изучаем этот мир. Зато они могут пробовать этот мир на зуб. Обычно они покусывают резцами то, что им интересно. Например, наши руки и ноги. Второе. Покусы, связанные с прирезыванием зубов, встречаются в среднем до 5 месяцев. У собак буквально чешутся зубы, и они хватают то, что попалось, чтобы облегчить это состояние. Третье. Решение неприятных ситуаций. Например, когда щенку приходится делать что-то, что он не хочет. Как правило, в таких случаях щенок кусает полной пастью, тянет, трясет головой. В общем, всем видом показывает, что он недоволен и очень против. Четвертое. Существует такая идея, что кусание в игре служит для выработки силы укуса и учит собаку сдерживаться. Когда щенок в процессе совместного времяпровождения впивается своими острыми, как бритва, зубами в однопометника, тот взвизгивает и прекращает эту неприятную забаву. Так щенки учатся понимать силу своего укуса и сдерживать ее в контексте взаимодействия с сородичами. Получается, что укусы – это временная проблема, связанная с возрастом собаки? И да, и нет. Действительно, стремление кусаться и то, с какой силой щенки это делают, может со временем угасать, но может и закрепиться, как способ взаимодействия с миром и в том числе с вами. Вряд ли вам понравится, если ваша выросшая овчарка продолжит вас кусать за пятку каждый раз, когда ей что-то не нравится. В целом, щенки учатся вне зависимости, хотим мы этого или нет. Поэтому важно включаться в этот процесс и воспитывать макроноса так, как нужно нам. На тему укусов щенков в школе посвящен целый вебинар, где подробно рассказываем, как вести себя, если проблема укрепилась. Кликайте по ссылке в описании. Но и в этом ролике мы вас без рекомендаций не оставим. Итак, перейдем к ним. Вне зависимости от того, в чем причина укусов, работа с ними будет одинаковая. Убираем радость от укуса и подкрепляем спокойное состояние. Когда щенок сильно вас укусит, скажите «Ай!», как будто укололись иголкой, и замрите неподвижно на 5-10 секунд, пока щенок не успокоится. «Ай!» Не нужно громко театрально вскрикивать. Впечатлительных щенков это может напугать, а каких-нибудь терьеров привести в дикий восторг. Пищащая игрушка. Дополнительно к замиранию вы можете сложить руки на груди, чтобы щенок не мог их кусать, и отвернуть голову в сторону, что на собачьем языке означает «я не хочу с тобой общаться». Ай! Когда щенок успокоился, вы можете продолжить с ним игру. Нельзя наказывать за укусы и запрещать кусаться полностью. В краткосрочной перспективе это может усилить интенсивность укусов, особенно если они были оборонительными. Долгосрочный – привести к тому, что пес может стать небезопасным для семьи. Кроме того, макронос может так и не научиться сдерживаться, что также негативно скажется на дальнейшей совместной жизни. Сделать это просто. Играйте со щенком, когда он аккуратен, и сразу же прекращайте игру, когда он переходит границы. Игра является естественной наградой для песика. Имеет смысл повышать требования к нему постепенно. Если вы сразу введете санкции за все маломальские укусы, эта задача окажется для него непосильной, и он даже не поймет, что именно от него требуется. Не кусаться сильно или не кусаться вообще. Это не говоря о том, что частые ошибки снижают самооценку и надежно убивают любовь к учебе. Повышайте критерии постепенно. Вначале наказывайте прекращением игры только за очень сильные укусы. Когда таких укусов не станет, тогда за сильные хватки.
потом за средние. Так до тех пор, пока все укусы щенка не станут комфортной для вас силы. Кто-то допускает только касание кожи зубами, кто-то позволяет слабые укусы, кто-то любит игры с синяками. Вы сами определяете границы допустимого. Иногда щенок никак не может успокоиться и продолжает вести себя как демон, несмотря на наши попытки его успокоить. В таком случае нам на выручку придет тайм-аут. Для этого нам понадобится амуниция, шлейка и поводок. Наденьте ее на маленького крокодила и зафиксируйте поводком к чему-то, чтобы щенок не мог до вас дотянуться. Дождитесь, когда собака успокоится, и только тогда отпустите. Стоит напомнить, что эта мера на случай, если ничего другое не работает, и использовать этот прием часто нежелательно. Перевозбуждение. Щенячья психика еще не имеет тормозов. Если вокруг происходит слишком много событий, щенок будет возбуждаться и даже перевозбуждаться. Снять это возбуждение он будет пытаться, разгружаясь, то есть играя в ваши руки и ноги. Укус – это отличный способ привлечь ваше внимание. Будьте последовательны и спокойны во время таких выходок, чтобы не подкрепить это поведение и не научить щенка, что зубами он точно получит желаемое. Мало сна, недостаток нагрузки или перегруз. Нарушение баланса нагрузок для юного собакина ведет к тому, что он мало спит. Как результат, он еще быстрее возбуждается и более остервенело хватает нас зубами за руки и ноги. Щенки спят до 18 часов в сутки. За этим нужно следить во имя всеобщей безопасности. Смена зубов. Это следующий этап после прорезания, когда у щенка начинают чесаться зубы. Необходимо набраться терпения, продолжать приучать не кусаться, а также предлагать щенку игрушку в качестве альтернативы. Если не играют, игра в перетяжки очень важна для щенка и взрослой собаки. Если щенок не использует свой природный потенциал, то он будет пытаться играть с вашими руками, ногами, тряпками, которыми вы моете пол и так далее. Существует популярный миф, что со щенком нельзя играть в перетяжки, так как эта игра испортит прикус. Но это не так. Прикус у собаки формируется генетически, и испортить его невозможно. Правильная игра перетяжки научит щенка целиться в игрушку, а не в руку, научит самоконтролю, а также улучшит контакт с хозяином. Игра в злую руку. Долгое время существовал миф, что игра в злую руку может спровоцировать укусы и даже агрессию у собаки. Но на самом деле все не так однозначно. Контактные игры учат щенка контролировать себя и сдерживаться в моменте, когда он хочет продолжить забаву. Однако важно помнить, что прежде чем участвовать в таких развлечениях, необходимо подготовить зубастика, чтобы он не мог сделать вам больно от слишком сильного азарта. Воспитанию малышей мы посвятили целый курс «Видеогид по щенку», в котором каждый владелец найдет не только подробное руководство по воспитанию и обучению собаки, но также большой блок по играм, трюкам, питанию и много других полезностей. Для решительно настроенных на качественное воспитание добро пожаловать на наш курс. Для еще сомневающихся – наши вебы на популярные темы. Переходите по ссылкам в описании. Надеюсь, мои рекомендации помогут обуздать ваших маленьких аллигаторов. Главное, не пускайте на самотек эту, на первый взгляд, забавную шалость, чтобы в будущем она не переросла в серьезную и опасную проблему. Занимайтесь со своими питомцами, заботьтесь о них и не кусайтесь. Спасибо за просмотр. Всем love, gov!